Для следующей тактики нам понадобится нож, две штуки и одна ручная граната. Как только получаете управление, бегите к Биркину и начинайте бить его ножом. Старайтесь задевать как можно больше конечностей, и вы услышите характерный звук двойного удара. Как только видите, что он выходит из оглушения, кидаете ручную гранату, стоя вплотную к Биркину, и продолжаете бить его ножом. Не бойтесь, он снова оглушится. Продолжайте бить, пока он вас не схватит. Когда он вас хватает, втыкаете нож, достаете второй и снова начинаете его бить. Биркин снова оглушается. Но вы ничего не бойтесь. Бейте дальше и изи победа. Но это довольно опасная тактика, потому что если он вас ударит, он отнимет почти все жизни. Но если у вас хилка, то вам нечего бояться.